Переговоры по поводу кадровых перестановок в составе правительства не ведутся. Об этом заявила премьер-министр Майя Санду, комментируя высказывание президента Игоря Дадона о необходимости поменять 2-3 министров. Глава правительства отметила, что Кабмин работает на основании программы правления, утвержденной в том числе депутатами партии социалистов. Поэтому дискуссии по поводу результатов деятельности министерств можно вести только в парламенте. «Мы открыты к обсуждению конкретных вопросов на парламентской платформе. Дадон может высказывать мнение так же, как и все остальные граждане Молдовы. Однако решение по составу кабинета министров принимает премьер», — говорит Санду. Напомним, ранее президент в эфире одного из телеканалов сказал, что ни разу не требовал отставки кого-то из министров действующего правительства, однако некоторые из них должны покинуть свои посты. Он также отметил, что ПСРМ может предложить кандидатов на должность министров, если у руководства правительства нет других людей.